Сегодня на базе учебного центра состоялась встреча с членами организации «Патриоты Беларуси», в ходе которой была продемонстрирована учебно-материальная база учебного центра, а также были посещены занятия с курсантами военной академии. Также были показаны условия проживания военнослужащих срочной военной службы. Ну и изюминкой стало общее собрание, в ходе которого было разъяснены цели и задачи данной организации и порядок вступления в ее. Также была продемонстрирована выставка оружия. Сегодня у нас такая установочная встреча, можно сказать, знакомство. Впервые мы здесь на полигоне и ищем пути взаимодействия, то есть дальнейшего сотрудничества. Вот как раз-таки сегодня отрабатываем уже дальнейшее направление проекта нашего в сфере патриотического воспитания именно молодежи.